ты у нас герой войны. А то. А сейчас у нас экскурсия. Прям как живые. В случае летального исхода вся юридическая и материальная ответственность ложится на вас. Стоп! Даже ползушки, блядь, мне вчера бомбу заложила! Ты что, аттракцион такой? С его помощью твое собственное сознание дает возможность тебе попасть в чертоги твоей собственной генетической памяти. Для начала нужно создать боевую группу. Отряд светлячков. Клянусь бороться с немцами до последней капли крови. Клянемся! Отряд светлячков! Светлячки, они ведь освещают нам путь? Вода сейчас имеет стратегическое значение. Каждый литр, каждый глоток. Мы знаем, что вы погибаете от жажды и голода, что каждый день вас становится меньше. Сдавайтесь! Люди сейчас надеются на нас, как никогда. Мы должны остаться и помочь своим. Мы же не трусы. Мне нужно вернуться. Твою смерть во время погружения твой мозг может воспринять как реально. Мишка, ты чего? Вставай! Ваня, возвращайся! Умрем, но не сдадимся! Мы победим. В 45-м. Давайте, братцы. Отряд С. Ну, так звучит эффектнее. Эти ваши городские словечки никуда не годятся.